Всем привет! Вы на канале «Захотеть похудеть» и здесь я делюсь моим опытом похудения на 30 килограмм. Всем привет, мои хорошие! Ну что, поскольку у нас все по-честному, к тому же я вам обещала показать, что я буду готовить на рождественский стол, сегодня вы на наглядном примере увидите праздничный стол худеющего блогера. Сразу хочу предупредить, там не будет диетических блюд, за исключением, ну, наверное, морепродуктов. Я считаю, что как бы, если ты все время придерживаешься каких-то ограничений в еде, да даже не только я считаю, но и многие диетологи советуют, что должен быть какой-то такой момент у тебя, когда ты можешь оторваться по полной. Конечно, этот момент не должен затягиваться дольше 1-2 дней, но тем не менее. Поэтому на моем праздничном столе были все те блюда, которые я хотела приготовить, по которым я соскучилась безумно. Ну и, в общем, это такой был праздник живота, о чем я ни капельки не жалею. Я взвесилась, вес стоит на одном и том же уровне. Но, как я и говорила в предыдущем видео, все я компенсирую ходьбой и физическими упражнениями. Так что, если там один день ты позволяешь себе чего-то больше, то на следующий день вы помните. Белковый день, листики салата, курочка, рыбка и как минимум 10 километров на беговой дорожке или какая-то пешая прогулка. Так что, девчонки, всем, кому интересно, приглашаю вас на мою кухню. Вот какая у меня выросла помощница, смотрите. Миленочка уже начала подготовку праздничного рождественского стола. А мама этим временем готовит мяско. В общем, сейчас буду запекать филе миньон. Я его уже обжарила. Рецепт есть и на канале Лилия Франс, и на «Захотеть похудеть». Это очень вкусно. Это итальянский рецепт. И я его просто обожаю. Так, чего ты пищишь? Готовлю, в принципе, или на Рождество, или на Новый год. Практически каждый год. В общем, если кто не знает, но сейчас вкратце расскажу, нам нужен будет один пластик слоеного теста, затем копченый бекон, желательно выбрать, чтобы было как можно меньше жира, ну, если вы не любите жирненькое. Сыр моцарелла, но не обычный такой, как для салата, а сыр моцарелла, который вы покупаете для пиццы или для лазаньи. Обязательно базилик. Затем обжариваете филе миньон, здесь ну, 500-600 грамм обычно они вот такие вот кусочки, и выкладываете сверху на мяско и на сыр. Затем я все вот это закрываю, смазываю яйцом, посыпаю маком или кунжутом и отправляю в духовку на 40 минут. И обязательно, девочки, вставляю трубочки, чтобы выходил пар. Так, ну, буду я продолжать приготовление к рождественскому столу. Вот такая вот получается заготовка в виде кораблика. И сейчас я отправлю мяско запекаться. Девочки, очень рекомендую. Мясо внутри получается сочное, с таким вкусом копчености. Ну, великолепно просто для праздничного стола. Вот когда разрезаете, оно и смотрится еще очень красиво. Поставила я уже на стол свое мясо, но оно еще не оформлено, потому что зелень салата будет вокруг. Зелень салата, огурцы, помидоры, не знаю, посмотрю, что еще буду делать, но просто уже понемножку начинаю накрывать стол. И вот показываю конечный результат приготовленного мяса в слоеном тесте. Сейчас Артур будет разделывать лосося. Сколько в нем? Килограмма 3, наверное, ну, да? 3, да, 3 есть. Рыбенция здоровая. Может, тартар еще приготовим, как ты думаешь? Ну, можно. Что свежайшая рыбка. Ой, какой красивый. Тебе, наверное, посуду какую-то дать? Да нет. Надрежешь. Так интересно, несколько ножей для разделки. Что вот этот он такой? Он гнется специально, чтобы. Да, обычно я занимаюсь разделкой рыбы, но поскольку Артур дома, то
Конечно, пусть делает профессионал, потому что он раз-раз и готово, у него филе сразу отскакивает. А я мучаюсь. А вторую, наверное, порежем просто на этот самый, на стейки. Да, блин, нож удобный, конечно. Раз и все. И филе готово. Почти. И филе готово. Готовое первое филе. Я четко угадала. Смотри, одна рыба 2,830 и вторая 2,770. Одна поменьше, другая побольше. У нас сейчас цена на лосось вообще 6 евро за килограмм. Это очень дешево. Смотрите, как ножиком раз, и шкура отдельно, и филе отдельно. Сейчас старт, обалдеть. Слушай, а вот в том наборе, что ты мне подарил, там есть такой нож Чинема? Нет, такого нету. Нету, да. Ох, и классный. Рыбка, конечно, изумительная. Ладно, не буду тебя напрягать, готовь. Я пойду дальше заниматься своими делами. На холодные закуски у нас будут устрицы, сырые с лимоном, без запекания. Не знаю, может, на Новый год запечем, но сейчас хочется. Вот я настолько соскучилась по морепродуктам, и устрицы буду есть сырыми. Затем вот здесь вот уже Артур приготовил тартар из лосося с авокадо, с лучком, там еще с какими-то травками. Ну, в общем, сейчас все это показываю, рабочий вариант, конечно, на столе буду сервировать. И вот это вот салат, тоже про который я говорила, который он собирался делать. Сверху мусс из свеклы с какими-то там травками. В общем, это так обалденно пахнет, что у меня уже слюни текут. Ладно, девочки, буду я сейчас заниматься. Нужно будет открыть устрицы и все пораскладывать по красивым тарелкам. Девочки, смотрите, конечно, таких больших устриц я еще не видела. Покупали мы и большие, и среднего размера. Но смотрите, как схитрили. В общем, сверху вот такие вот, как и указано, размер L. А внизу есть и маленькие. Но, в принципе, наверное, скорее всего, это из-за того, чтобы вес, потому что они же по весу идут 2 килограмма. И, видать, чтобы уравнять вес, вот они добавили и небольшие. Ой, какая огромная. Ой, так они пахнут классно вообще морем. Смотрите, видите разница? Вот это вот среднего размера устрица, вот это вот, ну, вот они такие средненькие. И вот какая большая. Это меня спрашивают, когда я в супермаркете показывала, чем же отличаются эти размеры 2, 3, XL, S. Вот, внутри. Смотрите, какое огромное содержимое. Вот сейчас сюда лимончика и такая вкуснятина. Обожаю устрицы. И свежие люблю, и запеченные в духовке люблю, очень люблю. Ящик еще не закончили, а место вот в нашей форме, обычно, когда мы разделываем, уже нет. Всегда мы, хоть для приготовления, хоть для еды, на стол ставить, всегда вот такую вот стеклянную форму используем. И за счет размера, видите, уже места нет. Достала хлеб, не помню, показывала когда-либо, наверное, показывала, или в Инстаграм. Это багет с инжиром, я его просто обожаю, он такой вкусный, ну, передать невозможно. Как бы вот эти кусочки сладкого инжира и вот такой вот хлеб, здесь не чисто белая мука, а какая-то смесь. Ну, если вот где-то выпекают у вас тоже в булочных, обязательно попробуйте, он обалденный. Также будут у нас вот такие булочки. Я их когда покупала, они были горячими. Это хлеб из муки, из гречки, из гречневой муки. И сверху, видите, овсяные хлопья. Тоже очень люблю этот хлеб. К сожалению, в Украине такого нет. Так что наслаждаюсь, пока я здесь. Он очень-очень и очень вкусный. В принципе, нужно будет поискать рецепт в интернете. Может, можно будет дома самому печь хлеб из гречневой муки. Сейчас отправлю тоже в духовку картошку. Я запекаю здесь белые грибы. Я пропассеровала с луком. Осталось немножко бекона, добавила туда тоже морковочка. И внизу картошка. В общем, все это закрываю и ставлю в духовку на 35 минут. И как раз все готово. И все, с горячим у меня в принципе все. Остались, да, морские гребешки еще. Ну, их готовят перед самой подачей на стол.
Морские гребешки и лангустов будет готовить сын. Сказал, что сделает по рецепту, по которому они в прошлом году в ресторане готовили новогодний стол. В общем, я так думаю, что будет какой-то соус, но в принципе не знаю. Когда будет готово, постараюсь показать. Какие красавчики. Мне доверили ответственный момент. В общем, сейчас я их буду варить. Поставила воду, сейчас она закипит, и нужно будет в течение 20 минут их проварить. А соус уже Артур сделал. Все, лангусты мои варятся. Я что-то слишком уменьшила огонь, нужно на восьмерочку поставить. Он уже сразу такие аппетитно оранжевые. Ну и вот, все, 20 минут прошло, лангусты готовы. Они еще горячие, потом, когда они остынут, мы снимем панцири и порежем, будем есть соусом. Я уже подготовила сырную тарелку. Как всегда у французов после основного приема пищи присутствует такая сырная пауза. И здесь наши самые любимые сыры. На сладкий стол будут конфеты, естественно, шоколадные, фрукты. И Артур приготовил очень вкусный торт. Ну и, конечно же, хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Закончатся новогодние праздники, и мы будем возвращаться к нашему привычному режиму питания. Я планирую снимать рецепты на диету парижанки. Я сейчас активно ее изучаю, смотрю, что можно как-то подредактировать под себя. Выбираю самые такие вкусные и оптимальные рецепты. Как я уже говорила, что я не буду снимать видео на те блюда, которые, ну, продукты недоступны для многих категорий или там для некоторых стран. Поэтому будут рецепты простые, вкусные, конечно же, и интересные. Ну а сейчас прощаюсь с вами. Всем желаю эффективного похудения, прекрасного настроения. Ну и до встречи в моем новом видео. You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame, oh, some things never change, never change, oh. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you'll break your back to make me feel again.